Хабаровский край стал одним из 85 регионов страны, где с 1 июля началась всероссийская сельскохозяйственная перепись. Социологическое исследование охватит около 100 тысяч субъектов отрасли края и позволит сформировать перспективную стратегию развития агропромышленного комплекса. До 15 августа данные предстоит собрать у сельхозорганизаций, животноводов, индивидуальных предпринимателей, владельцев личных подсобных хозяйств и дачных участков. Вопросы будут касаться количества используемых земель, выращиваемых культур, поголовья, объемов и качества предоставления кредитов государственной поддержки. Полученные сведения помогут органам власти скорректировать меры государственной поддержки, а также оценить эффективность использования сельскохозяйственных земель. По информации Хабаровскстата, в районах края организовано 192 счетных участка, сформированы переписные бригады. Всего задействуют около 200 человек. Это инструкторы и переписчики, которые прошли необходимое обучение. Напомним, что особенностью переписи этого года станет использование специальных планшетных компьютеров. Это позволит оперативно заполнять и передавать данные из отдаленных и труднодоступных территорий. В основном электронные средства будут использовать при опросах личных подсобных хозяйств. Основная часть исследования будет проводиться на бумажных носителях. В крае уже доставлено 74 тысячи анкет, изготовленных в Перми. Предварительные итоги социологического исследования будут подведены в четвертом квартале 2017 года, окончательные спустя год в конце 2018. Первая сельскохозяйственная перепись в России прошла в